Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, видеотекарь. Очередную пати абузеры вороньего глаза. В этот раз мне, я так думаю, повезло то, что я на нерсе. А может и не повезло, посмотрим. Играем, еще раз играем. Кто не верит, что это пати, просто посмотрите на ники. Полурак, полуактер, конечно, это ни разу не пати. Так, раз, два, три и одно искажение, да? Ну что ж поделать, ладно. Пиздец. Ну, против именно вот таких вот типов и надо играть вот на нерсе. Вообще против любых надо играть на нерсе, не ебать себе голову, но сейчас не про это. Я понял. Хорошо, добиваем. Давай, откисни, братанчик, откисни, давай. Ой, какие приятные звуки на улице, если бы знали, ребят. Наконец-то загремело. Сейчас, может, дождик поет. Кайф! Это пиздец, а не карта. Это такой пиздец, а не карта. Переделывай ее, не переделывай. Это пиздец. Ненавижу эту игру. Ну давайте, заведите уже все гены. Не хочу, блядь, потеть. О! Хорошее пробитие. Я нахрен ничего не вижу в этих текстурах.
Полурак, полуактер. Наверняка либо полурак, полуактер взяли вот эту карту. Они подесы. Пускай висит, пускай висит. Мы с тобой быстрее заведем. Люблю тебя. Ёбаный баланс. Во всех смыслах, кстати. Быстрее, 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 осколок, сука. Безмозглые хейтеры пишут, ты просто играть не умеешь. Конечно. Конечно, блядь, просто играть не умеешь. Что это, блядь, за скорости? Вечно встроенный shift. Это неправильная скорость. Не такой скорость должна быть по дефолту. Ебать, конечно, спасибо. Не, я лучше заберу этого второго. Умей довольствоваться малым, а то минус один будет. Как вы думаете, вот почему Кодет клеванула? Потому что они все цело уверены, что это игра про сорвов или нет? Я шваганул через него. Давай, полуактер, бан. Я донесу. Если сама спрыга нет, то нормально все. Пусть отлетает, а квадетку отпущу. Я не собираюсь с квадеткой как-то там возиться. Это бот. Сейчас полуактер отлетит. Угу. Давай, квадеточка. Встаем, убегаем, быстренько. Квадетка не хочет убегать, прикол, да? Квадетка понимает, что я заслужил в этой катке минус 4, потея против этих псевдоигроков.
Это все потому, что Нюрса. Если был бы любой другой ман, я бы отхватил бы просто по самую пилу. Давайте теперь думать, кто автор этого чудесного подношения. Дун-д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 ун. Полуактер. Ну, кто бы сомневался. Дай бог здоровья этому мечу, Юнчин, которая мне подыграла. Вот это прямо от души. Вот люблю тех, кто не играет против Нюрсы принципиально. Вот это вот, вот это вот хорошие люди от души. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Обязательно подписываемся, обязательно поставляем лайки, не забываем, да. Обратная связь очень важна. Всем спасибо, всем пока.